Так, всем-всем привет. Делаю запись стрима 60 FPS. Посмотрим на качество в итоге на стрима. Будут ли лаги и прочие какие-то непотребства. Будем играть на Panzer Mutz 2 часа. Задача нафармить где-то 1 300 000, чтобы десятка 10 миллионов получилось. У меня тут еще есть боевые задачи. Два раза выполнить. Вот. Плюс 50% коэффициент, это коэффициент. Два раза победить. И один поврежденный. Так что это быстро сделается. Просто заканчивается скоро. 15 дней осталось. Поэтому решил, надо все-таки сделать это. Боевую задачу. И плюс еще давайте включу. Кредиты плюс 50%. Надо нормально фармить, побольше, помногу. Так, активировать и все. Погнали в бой. 1 300 000, в общем, надо нафармить 1 300 000, и пытаться надо средний урон где-то держать в районе 1800. Ох ты, сразу десяточки. То, что я поставил 60 FPS, похоже, это отразилось на моем компьютере, да немного. Ничего себе, здесь Прохоров как измененная. Вроде же еще не было такой Прохоровки. Насколько вот я помню, я играл в Прохоровке, и еще не было такой Прохоровки. Изменились. Офигеть. Апнарта 261. КД 6,6. Да. Реально беда. Не успел стрельнуть. Водился. Неудобно без прицела любимого моего. Поэтому так. Двое. Это реально сложусь до конца. И сейчас на автоприцел ставлю. Так, кто-то появился, да, ну, с правой стороны. Да ёкало мане. Хавян, блин. Атака, да? Как летит. Ты ёкала мане. Сразу по мне стреляют. Во все хп растерял. Из-за того, что, блин, куча ЛТшек в центре сети высвечивает, блин.
стреляют чисто по мне, не по этим вот, которые сложно пробить. Хотя, блин, леопарда же легко пробить. Стоит там. По идее, мне надо отсюда текать. Я еще ничего не сделал в бою. Проигрываем. А танка теперь ровно. Да ладно, пробил. Ёкалом она. Да хоть под калибр заряжать, но надо фармить же. Блин, 1800 средний хотел. Какой нафиг тут 1800 средний? Если даже не получилось, блин, пострелять в центре. Только она получал. Отлично, ТВП. 90 стоит, это отлично. Он умрет, но засветит. Так. Сейчас вроде как вы начали выигрывать, да? Я в 100 поехал. Да, его на гуслю поставили. Ладно, попал. Thank you.
Ой-ой-ой, не знаю, как летит снаряд. Быстро все умирают. Из 4. Ну да, сложно так пробить, даже в борт башни. Три фрага, кстати, у меня. Урон только 771. Ах, смотри-ка, я к пантеру что-то зашло? А, нет, это просто повреждение показывает так. Да, 771. Урона нет, по сути. 72 000, да. Ну, это тоже урон мне всего мало насыпало. Беда. Следующий бой. Надо ведь еще играть на этот. Ну, воин 8 там, на звезду. Надо как-то две звезды сделать. Это не так-то просто. Вот весь здесь сделать нужно сколько там, 1800-1900 в среднем. Плюс еще свет давать. А здесь свет не просто давать, когда ты внизу списка. Второй бой подряд, блин, кидает самый низ. От Нарта 53-55. Надо забирать центр, но там 62... ЛТТБ, хотя нет, у них нет таких танков. Которые могут быстро что-то занять. Главное, чтобы наши остальные поддержали, тоже успели занимать. Реально я боюсь сейчас, если приедет там 62-ка там, либо гриль вдруг окажется здесь. Это будет жопа. Пидорас ебаный. Сучара, просто сучара, блядь. Упоролся. Надо занимать весь центр. Если мы центр не занимаем, то это поражение. Здесь уже поражение. Знаешь, мы не заняли, у нас уже три танка сдохло. Это тупо поражение. Вот дебил, вот эти дебилы тяжи, ну почему нахера они туда все поджались? Все, я не хочу на это дебилы смотреть.
Арта там прокидывает. Нахера туда поджиматься? Так, на чем погоняем? А, вот знаю на чем. На черетели, конечно, не особо горит. Хочу вот это там взять. Ладно, красить не буду. Бой. Сука. Ёбаная ПТшка. Такую агрессивную позицию приехал 268, это просто охереть. Еще раз на эту карту попали. А, кстати, видите, мини-карта старая. Такой некий барабан Т-34, 1.86 секунды, перезарядка. Так, голду включать, не включать. Типа 150 там. Надо и голду включать. Не попадает. Так хватит дергаться. Вот вообще не летит, а? Пидарас, сука. Ёлка, нихера не светит.
Больше голды, что ли, надо включать? Раза, блять. Ай, ругаюсь, ругаюсь, ладно. Ладно, наш там танк вышел, нет, сбоя. Синхронизация личного дела. Ну, здесь все ясно было. Потому что мы весь центр отдали. Поэтому ясно. Нельзя отдавать центр, ни в коем случае. Это капец, у меня средний урон. На муте. Ладно, следующий бой. Я ж так не нафармлю. Тем более еще на голде поиграл на ТТ-4. Опять десятки. Ну сколько можно уже третий бой с десятками? Третий бой с десятками. Вы просто заебали. Thank you.
Йоколман и Рикошет. Да. 1300 еще что-то посвятил. Да, все выполнено. В топе по опыту. 1300 посветил, 1300 настрелял. Фарм неплохой. Что у нас там на ВН8? Все плохо, потому что не получается. Пятьсот насветил. Yeah.
Да, конечно, мы в топе. Две арты. Если попадут, будет очень больно. Немного разучился играть на таких танках. То есть я на тяже погонял. Тигр 2, Т-32. То есть на чаритир там кое-как начал. Тяжело пересаживаться, скажем так, сразу резко на СТ. Когда, блин, нечем танковать, по сути. Нужно как-то по-другому играть. Хорошо горит. Куда он выезжает? Куда он мешает, блин? Все их. Поджали их. Надо сейчас ехать убивать, добивать. Нифига себе помощницы. Пока неплохо, нужно ехать туда быстрее, чтобы успеть пострелять. Там еще флоу Т-29, офигенно.
Ну, неплохо. Вот это уже хороший бой. В топ-то попали. Хороший бой. Вот 136 тысяч, 840 всего лишь посветил, мало. Мне показалось, что я больше светил. Вот уже лучше. Следующий бой. Вот степи бы, я бы каждую игру степи играл, в топе желательно. Чтоб только восьмерки и степи, степи, степи. Девяточки. Кстати, степи открытые, вроде карта, арта должна карать, но, блин. Зато играть как-то более-менее комфортно в степях, у тебя арта есть. Куча, куча. Потом. Вроде едут, да? На центр вроде как едут. Ой, блин. Кто-то там закликал все. Чувствую, у меня будет. Блин, 25 хп потерял. Нахера он остановился? Thank you.
Ехать, ехать, ехать. Но они, походу, подохнут, не успею доехать. Та же вторая степень, только здесь, блин, меньше, да, всего сделал. 1900 настрелял. Триста сорок света, 96 000. Неплохо. Погнали дальше. Час 16 для фарма. Муц вроде неплохой танк, но на нем не хочется фармить, честно. Он не льготный, у меня есть, например, ФЦМ льготный. На нем намного комфортнее на ФЦМ, нежели на муце. Все-таки чаще в топе на ФЦМ. ХП у ФЦМ больше, ДПМ выше, обзор выше. То есть ФЦМ круче, чем МУЦ, по сути. Потому что попадая к десяткам, не настреливаешь особо. Вот мы пали на карту. Куда на этой карте ехать? Арта сдохла. Быстро умер. А, Епись же едет. Еще бы. Козел.
ты, блядь. Плохо, да? Следующий бой. Надо все-таки среду увеличивать. Вот эти бои, блин, с десятками. Вся средуха падает за десяток. Так. У них куча ПТ. Эдж зимний, здесь нет. Так, так, так. Будет светить, нет кто-нибудь?
не пошло. Везде контроль стоял, никак не заехать. Никак не борща не убили. Если борща убили, можно было легко ягу 8-8 раскатать, танкануть и все. И она встала. Ну, борща же не танканешь просто так. 1900. Кому там интересно залетел-то? А, Кромель же залетело, да. Что-то не очень много залетело ему. Еще часик. Надо еще 700 тысяч нафармить. Вначале 1 300 000 было, да? Ну, по сути, можно. Тем более, Т-34 я тогда еще играл. Можно. 10 лямов сделаем. На что это серебро мне тратить? Мне нужно 3-4 тайп пройти. 59-16 купить, но это недорого. Чаротиру пройти надо, но чаротир там наоборот в плюс выходишь за бой с примом. Если хэшами не стреляешь. Еще какой-нибудь плюсик. Еще на что мне надо так. Ну как бы пока затрат больше нет никаких. А, из 8 до 10 я куплю. Когда на него акция будет, 30% скидка. До 10 я куплю. Во второй половине августа. По сути, у нас СТ больше, да? Да. Имею в виду нормальных СТ. Да нихера себе, что вытворяет, что позволяет себе этот нигер. Да ладно, попадание. А это что нигер себе позволяет? Там Т-10 приехал. Ух ты, ничего себе, кто здесь есть. Да ёкала мана. Да.
Не пробивает еще ружку Т-10. Выиграем, не выиграем. Ну, не похоже, что мы здесь выиграем. У них что же тяжи вон. Еще один на горе вон. Лиху накидывает жопы. Дебилы. Ну, видит же, что Т-10 наверху. Нахуя, блядь. Ой, блядь. Мудаки. Это поражение. Кто там в гору поднимается? Они в гору поднимаются. Поражение. Мудаки. Просто мудаки. Так, на чем погоняю? На тэпе. Ах ты, блин, 47 тысяч, ну ладно. Фарм так убивает. Так еще. Ой, не так. Вот так, выключу. Или хотя сейчас выйдет же из боя по-любому. Поражение будет и вылетит. Выйдет. Ладно, сыграю. Сейчас бац и выходит. Как раз момент моего захода в бой. Угу. Офигенный уровень боев. Сразу только голда нужна будет. Еще ведь карта такая, где, блин, тяжело применить танк уровень ниже, в два уровня причем. Как же тяжело сетапы анализировать, когда, блин, не видишь так танки. Кто у них из СТ-67, Чафи? У них нет СТ. А, да, можно так посмотреть. У нас куча СТ, у них нет СТ. У них куча тяжей. Что тоже плохо. Химмельсдорф, поражение. Ай! Нафига так выехал? УВН мои, УВН. Сам виноват. Ну все тогда.
Закончили мы быстро с тайпом. Что у нас тут получилось? 1600 настрелял. СТ-1 просто всех уничтожил. Т-10 тоже, блин, всех уничтожил. Да. 1100 посвятил я еще. Ну такое. Следующий бой. Ой, тап меня подвел. Вены тайпа. Вроде как у Вену тайпа хуже, чем у обычно Т-34. Это так или не так? По ощущениям, кажется, как будто именно так. Закинула в жопу. Что мы тут будем делать? Два гриля. Тяжи. Куча. Причем таких сложных. С моим пробитием 312. СТ-шки крутые. И сушка. Если реально, в самом низу списка я. Твои страдания радуют нас. Интересно, играя чисто на ппшках, две отметки я смогу здесь сделать, нет? По сути, это реально. Другое дело, что нужно часто играть в топе. Валим отсюда. Да, так хер пробьешь. Чего творит этот? Е. Все отлично. Ну, садись. Не летун, а? Победа там. Тайп выиграл. Я только посветил из 7. Ничего не настрелял. А как настрелять? Это такое пробитие, что только в борт. Т-49.
Вот это прикольно, кстати. Победа, урона нет. Что тут? Т-1003. Посветил только на 110. Очуметь. 978 посветил. Фиговато. Фарм так не идет. И ВН8 падает. О, скоро будет. Надо сделать 10 миллионов. У нас куча СТ, у них тяжи. Надо, конечно, позицию СТ занимать. Кстати, следующим перком поставлю пожаротушение, скорее всего. Все-таки на Еписе будет и катать потом этот экипаж. Коль на Еписе, то надо.
успел. Не успел. Тысяч 700 настрелял. Много чего не успел настрелять или не попадал и так далее. Херней какой-то занимался. Да. Ну, похоже, 10 лямов не будет. Не идет. Топе. Такс. Легко пробивать почти всех. Ну, есть три проблемы, конечно, возникает, и перш проблем возникает. Кого два? Большая проблема, если попадет в меня. Арты нет, по сути, можно вроде как в центре пострелять. Да, но в центре, в городе здесь делать нечего. Если вижу, что если в городе что-то надо делать, то поеду. Все-таки мы СТ. Все ясно, у них никто не поехал. Ох ты, да ладно. Ты 34 поджался и сейчас сдохнет, да? Да офигеть, блин. Я отъехал, они проехали. Они все город прошли. Да, прошли город они.
Да ёкало маме. Да ёкало мане, блядь, сука! Уёбище, блядь, просто уёбище. Пиздец. Сам, может быть, пронзил, но, блин, такое ёбище, уехал и все, нет бы, блин, помочь добить все эти танки. Да. Почти миллион. О, будет сейчас. Как здесь средний урон-то сделать нормально, если, блин, не получается. Вот, опять внизу списка, и здесь ППП у них первый взвод. И без оленемера не поймешь, какой у них взвод. Ну, типа, я же говорил, что мне нравится степи, да? Только мне нравится в топе. А здесь кого? Е50М можно не пробить. 62 можно не пробить. Е4 можно не пробить. Тапка не пробью.
Блядь. Все сломал одним выстрелом. Урона, как всегда, нет. Да. 560 подсветил. 24 минуты осталось. Что-то полезное есть. По сути, конечно, обзор тоже нужен. Тут-то. Но... и не нужен, в том числе, и не нужен также. Вот, мастер нужен. Вот точно, мастер точно нужен здесь. Здесь ничего не нужно. Мастер тарана типа нужен. Но не сейчас. Здесь тоже ничего такого. Все. Мастер на руки, на все руки нужен, если ставить допаек, чтобы можно было заменять все-таки. Если аптечку убирать. Победа есть. Конечно, но ВН8 не качается. На Т-34, по сути, у меня не такие уж хорошие бои получались. То на Т-34, скорее всего, у меня там где-то оранжевый, желтый какой-нибудь там, ВН-8. А здесь должен быть бирюзовый где-то 2000 плюс на муте.
Но это означает, что где-то на нашу встретим 1500-1600. Что тоже плохо. Куча же вон есть боев, где я не настреливаю ничего. Такс. Какое все-таки убожество чаритит, не знаю. Вроде как средний урон неплохой, более-менее, но... Как же бесит его вот эта точность, его стабилизация. Кто у них там есть? А, у них вообще... Если не очень, если только тяжи не приедут сюда. Ох ты, ёкаламана, пока упал, блин, кучу урона взял себе. Куда ты, ствол? Там еще хеви поднимается.
1700 урона голду заряжать, не заряжать против этого хевика. В жопу надо ему заходить и расстреливать. Эх, была бы сейчас скорость CDC. Я ж точно не танкану, тот должен танкануть, эти тоже не танканут. Ну да, козел, блин. Тут накидал на халяву. Я тут разворачивал, то есть все отвлекал, успел накидать что-то. Он победа, конечно, радует меня. Так, статистики перейдем. 63% побед пока что на муте. 1640 средуха, не очень. 57%. Ну да, не очень. 14 минут осталось. Да, не успеваю. Это, наверное, последний бой. Может быть, еще один успею. То есть будет, если еще 2 боя сделаю, то будет где-то 2900. 9900. Вот внизу списка. Много не настреляю. Так, какие задачи здесь у нас? Попробую сделать отстрел. Но им, по сути, некому улететь. Там 90-ки столько полетит. Так-то им реально некуда, некому в центр лететь. У нас вот есть кому. ВЗ, CDC там. Поэтому тут же надо убегать. Что 21-й-то? С двумя звездами, чувак. Офигеть. Уничтожение. Он один светится в центре. Кому еще? Куда еще арте стрелять? Да фиг ли, вот так просто по центру поджимаемся и все. Весь край карты наш.
Да, арту здесь убить-то и все. М103 добил. Ладно, бог с ним. Надо бы, конечно, 90-ки стрелять, по сути. Но он закрывался, прикрывался и так далее. То есть мой маневр, который я отвлек 90-ки М103, мне бы еще накинуть за этот опыт, пока я отвлекаю два танка, мои убивают. Надо сразу в другой бой идти. Угу. Все плохо. Ну, может, еще один бой успею? За 6 минут сыграть бой. Быстро. По киберспортивному. Опять внизу списка. Так, нужно, по сути, направо ехать. Ну, блин, когда внизу списка, тут куда ни едь, везде будет плохо. На базе стоять нельзя ни в коем случае. Минус один танк. Вот, например, ФВшка. Нахера ты будешь сейчас на базе стоять? Ехал бы куда-нибудь, стрелял, помог бы давить фланг. Нет, он будет стоять на базе. Ждать. Море, погода, то же самое, он грили и встали. Есть сейчас такие нагло грили, которые всегда вперед едут, а эти, видите, на базе стоят. Как борщи. Здесь 268 с другой стороны стал. Офигеть. Ломана. В
я сам еще не попадаю нифига. Хера, я такой 57 хэви хотел пострелять, в итоге я получал. Ну чё, ПТшки, которые на базе Дефти. Да, я не отсветился, что ли? Да пиздец, блядь. Бат, блин. Арту сейчас его вырежет, гад. Да, все едут арту вырезать. Урона нет, как всегда, когда с десятками играешь. Как этот средний урон настреливать, блин? Что я неправильно сделал в этом бою? Зато по опыту в тройке. Насветил тысячество. О, еще 2 минуты. Может, успею? Если надо хороший бой. Побольше пострелять. И туда будет 10 лямов. Отлично. В топе. Только карта не совсем настрельная. Здесь частенько бывает размен. Сколько противник не подставляется. Бывают такие офигенные бои, когда противник подставляется. В начале боя там 2-2500 накидаешь на халяву. Но это очень редко бывает. Чаще всего стоишь куда-то, либо приходится куда-то ехать. Инициировать. Тогда они тебя ждут и отстреливают. Хорошо так это. Плохая, наверное, позиция. Да, ЛТ, если встанет в куст. Нет, не встал в куст. Если он встал. А его, кстати, вот засветили.
нас еще арта умерла, да? Куда ты поехал, МТ-25? Кто там стреляет так? Никого нет, он стреляет. Если на меня двое выкатятся, все сразу. Да ёкаламане, блять. Ой, долбоёбы, я никуда же уехать не могу, блин. Не успела, пока да, не успела стрельнуть. Просто долбоеба, блядь. Это поражение, потому что вот эти дебилы, блядь, вот эти вот дебилы, блядь. Хуй знает, чё занимаются, блин. Две тысячи накидал. Кстати, 2000 накидал, ВН 8800. Крутяк. Ну да, у меня фрага нет. Никого не убил. Я тут с пятерыми танками воевал. С бульдогом вначале. Потом перш приехал, Т-34-85. 69-ка. Истри еще потом бахнул сзади. Никто там. Е-25 вроде как помогал и все, но он там постоянно светился и сдох в итоге от этого. Нет бы, блин, за куст заехать и, блин, кемперить просто.
Тут еще кромель был. Я его же на гуслю поставил. И как раз его убили, да? Надо было его сразу на гуслю ставить. Под ДПМ я его бы разобрал. Блин, я его поставил поздно уже на гуслю. Он снялся с него. Да. Ну вот. Кто есть кто? Who is who? Говнари, блин. 50-100, блин. Один урон. Арта не знаю, чем занималась. Вот это, блин, Шкода херня занимался. Это ладно, убили там. Бульдог его просто уничтожил. Это ничего не сделал. Эти, блин, СТшки. Да. Не хочу даже процент побед смотреть. Единственное, кого хочу, вот этого Магомеда. 46. А ведь с гусли снялся он. 45%, 850 средний. В этом бою 1200 нанес. Ох ты, в итоге-то у нас 10 миллионов 1 тысяча. Красиво. Вот как и хотелось, столько и получилось. 10 миллионов, 1 300 000 заработали. 18 боев, 14 побед, 77%. ВН8 1900, херово. Средуха, ну тут, конечно, два боя Т-34 тайпа. Что у нас тут? 57 боев, 63% на Мутсе, 1626 средухи, выживаемость 50%, крутяк. И на стволе у нас 58,4. Да. Ну, одна отметка-то, конечно, изи. Вот как вторую отметку получать. Чем дальше идет, тем сложнее будет получаться. Не колдой же пулять ради второй отметки. Ну, в общем, как я хотел, чтобы мне 10 миллионов было, так получилось. Сколько тут стоит этот? 59-16. 900 тысяч всего лишь. Полтора часа фарма. И где-то за 2 миллиона, за 2600, да, где-то возьму Т-10. Кстати, я готовлю видос по СТ-1. И собирал, короче, статистику по тяжелым танкам 9 уровня. И меня удивил, например, один факт. Из всего тяжелых танков на 9 уровне 9 штук. 9. Угадайте, какой танк самый худший по среднему урону? Т-10. Самый худший танк по среднему урону Т-10. Даже этот Type 4 Heavy круче. Еще бы не круче, там Type 4 хеви, 3 выстрела нанесешь по 600, это уже, блин, 1800. Вот. А 3 выстрела на Т-10, это там сколько, 440? 1320, 3 выстрела, Т-10. Вот. То есть, люди вообще не смогли на Т-10. Средний урон на Т-10 1520. 1520. У меня здесь на Мутсе больше 1626. А тут на Т-10 1520. И вот думаю, куплю Т-10. Экипаж, блин. Проблем с экипажем, откуда пересаживать. Если только не с ИСа 3. И, в общем,
Качать Вейн 8 на Т10. Это реально изи. Если, блин, такая средуха, блин, херовая на Т10. А самый имбалансный танк, это как раз СТ-1. Он превосходит все тяжи 9 уровня. Реально, я даже удивился, когда посмотрел на статистику. Просто круче всех по всем показателям. Ну, блин, на нем играть так не хочется. Такое говно из-за того, что он медленный, башни еле поворачивается. Ну, танкует круто, конечно, когда занимает позицию. Ну ладно. Закончим. На Муце еще планирую стримы в будущем. Все-таки нужно там 100 боев провести. Все-таки прочувствовать этот панцирь Муц, хотя я не так часто на нем играю. Может быть, много чего неправильно делаю из-за того, что не часто. Привык немножко к тяжам. Еще на Чаритирио начал гонять. Совсем немного другой геймплей. Вот, то есть все-таки планирую на Мусе 2 звезды набить, 2 отметки. Поэтому пофармлю хорошо в будущем, но когда будет это, без понятия, потому что у меня еще серебра дофига. Все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра, пока-пока.